пацаны, всем здорово. Новогодняя атмосфера, настроение, они продолжаются. С вами дядя Никит, подписывайтесь на канал, не забывайте, пожалуйста. Также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Напоминаю, если там выступнет 100 подписчиков, да, 100 подписчиков, то я устрою розыгрыш на какой-нибудь аккаунт или монеты. Так что ссылка в описании, сейчас там 75, осталось буквально 25 человек. 25 человек, это вообще мало. Поехали к ролику. Извини, что отвлекаю, быстро, буквально от тебя отниму 15 секунд твоего времени. Время пошло. Ребята, если вам очень интересно посмотреть на мой канал, и если вам вообще интересна такая тематика, как у меня, то, пожалуйста, не забывай подписываться на мой канал, нажимать красную кнопку, которая горит красным, чтобы она стала серой, делиться своими друзьями, писать комментарии и ставить лайк. Это очень важно, чтобы продвинуть мой канал в тренды всякие. Все, время закончилось, ты знаешь, что делать, родной. Удачи тебе. Сегодня у нас в ролике будет что? Правильно, мы будем обозревать Виктора Цоя FIFA Mobile. Как вы помните, у меня уже выходила эта рубрика на моем канале год назад. И там я снимал про Моргенштерна FIFA Mobile 20. Сегодня у нас FIFA Mobile 21, и я снимаю про Виктора Цоя. Если вы хотите продолжение этой рубрики, где будут разные звезды появляться в FIFA Mobile, то ставьте лайки, давайте 25 лайков, и будет продолжение этой рубрики, где будут всякие разные звезды в FIFA Mobile. Напоминаю, что вообще из этой рубрики себя представляет. Я нахожу похожего либо по фамилии, либо по внешности игрока, футболиста профессионального на звезду, на которую я снимаю выпуск. Все, в принципе, играю за него 2 или 3 матча. В ВС-атаке или там какое-нибудь событие, где есть матчи. Ну и потом в конце ролика появляется такая статистика, сколько он забил, сколько отдал. И в итоге на такую часть рубрики я планирую снять где-то 10 частей на разных звезд. Пишите свою звезду в комментарии. Все, а мы начинаем. Игрок, который будет похож на Виктора Цоя, я решил взять Кагаву, если, конечно, он в FIFA есть. Я думаю, Кагава будет очень вписываться, и он по внешности похож немного. Посмотрим, есть ли Кагава в этой FIFA. Кагавы нету.